Я вижу упоры, а не там, где ты и сказал. Ты слышишь, Сайленс? Нет? Ну и молчи себе. Ладно. Присядь у костра, и мы с тобой побеседуем. Как мило, что ты наконец объявился. Наша задача на эту ночь — обрушить сеть затмения. Это я уже знаю. Вопрос — как? Сначала тебе надо проникнуть на главную базу затмения. Чего? На базу. Я постарался и привел тебя к черному ходу. Тебе нужно пройти в расселину. Дойдешь до базы, увидишь цель. Это древний длинношей, который был изменен. Заберись на него. На верхней стороне диска ты найдешь нового в общем модуль. Разбей его, и тогда вся сеть визоров обрушится. Так ты состоял в затмении? Никогда нигде не состоял. Я преследую лишь свои интересы. Но я действительно помогал затмению, пока не понял, как они опасны. Это была ошибка, и я делаю все, чтобы ее исправить. И с чем именно ты им помог? Иди в расселину, Элой. По-моему, тебе сейчас должно быть не до расспросов. Тесновато. Зараженные машины. Они там как часовые. Скорее, как солдаты. Резерв для грядущей войны. Тебе нужно их обойти. Это легкий ход? Черный ход. Я не говорил, что будет легко.
я приберегу. Yeah.
Не обращай внимания. Тебя это не касается. Берем. Приближаешься к этому кресту. Теперь надо действовать быстро.
Проверись туда и разбей модули, пока они не подняли тревогу. Ну что же. И что это? Я вижу ноги, длина шеи, но самого его нет. Нет. Передатчик убрали. Загляни в ущелье слева. Может быть, там. Вот твоя осведомленность. Это там, где взрывы? Ясно. Другого шанса не будет, Элой, так что советую настроиться серьезно. Видишь мост через ущелье? Ага. Запомни это место. Сбоку крепление для веревки. Там ты выберешься. А воины затмения? Обойди или убей, как хочешь. Взрывы заглушат любой шум. Найди длинношея и разбей модуль наверху. Попробую. Кто-то убил одного из нас. Что ты здесь. Никого. Двигай отсюда. Вот теперь я понадобился. Этот дом больше остальных. Ищи длинношея, Элой. На все остальное нет времени. А я найду время.
Велес настоящий солдат. Он думает о том, как победить, а не о том, как сделать это покрасивее. Вы видели, что у нас тут труп? Тьма делает машины сильнее. Они уничтожат всех, кто пойдет против нас. Тут что-то есть! Там что, идет бой? Нет, там... Идут раскопки. Если не будешь медлить, тебе это не помешает. Да, опять секрет. Тут меридиан и шпиль. Солнце не ведает жалости, и все же, когда моя жена умерла на родильном ложе, оборвав жизнь моего нерожденного чада, я наполнился жалостью к себе. Мой государь почувствовал это. Но вместо, когда сон не идет, я вспоминаю на покуда король Итем. Действительно фанатик. Все мысли об одном. Зато не отклоняешься искать для нашей. Тяжело им, наверное, было тащить сюда для нашей. Зачем? Просто найди его и заберись наверх. Разбей модуль и потом уходи оттуда как можно быстрее. Громыхают они там здорово. Все в работе. Будем надеяться, тебя не заметят. Я его вижу. Они возвели вокруг него. Внимание! Обнаружен источник нерегулярных сигналов. Вижу модуль. Хорошо. Поспеши. Это и есть? Элой, сейчас не время. Железный бес. Скрывай корпус. Быстрее. Элой, делай, что говорю, или все пропало. Сущность просчиталась. Сущность не сможет меня уничтожить. Я для нее недосягаем. Ты, может быть,
а это нет! Уничтожи! Пришлось нелегко, но ты выжила. Ты знал, что там Аи, и ты послал меня к нему? Я не спорю, рискованно. Но выбора не было. Зато теперь мы сможем получить то, что нам обоим нужно. Доступ к тайнам нового рассвета. Я тебе больше не верю. Хорошо. Значит, ты поумнела. Доверие — это глупость. Оно рассыпается, как песок. Плохой фундамент для сотрудничества. Но взаимный интерес — вот это прочное основание, на котором мы воздвигнем новое понимание друг друга. Нам обоим нужны ответы. И благодаря тебе мы к ним подобрались. Поговорим в закатной крепости. Ах ты жалкий скотина. Была бы моя воля, выкинула бы этот визор вместе с тобой. Но мы оба знаем, он мне нужен. Что ж, закатная крепость и новый рассвет.